Добрый день всем. Вот сделаю такую презентацию в фотках. Поеду в Москву. Хотел сегодня сделать тесты, пострелять через хрон, но дождь у нас наконец-то. Я хоть остыну от такой жары, поэтому уезжаю в Москву. У меня несколько дней, если точно, не будет. Вот. Поэтому пока не пропадаю, не исчезаю. По приезду уже сделаю тесты сразу же. Тут у нас и погодка восстановится. Вот, поэтому. И как бы на связь пока выходить не буду, потому что буду без компьютера. Ну, в принципе, все, что хотел, сказал. Поэтому еще раз говорю, не пропадаю по приезду. Все, тесты с меня. Поедем, постреляем через хрон. И сразу сделаем тест буферной смеси. А потом уже, наверное, откроют охоту уже скоро и будем все остальное делать уже на охоте.